Так, мои эксперименты. У нас будет выставка в январе. И перед выставкой я решила попробовать успокаивающее средство. Нашла самое натуральное, это Фитекс. Остальные все либо гормональные, либо химические. И не так полезны для здоровья. И на этот Фитекс была реакция вот такая. То есть мы не спали 3 ночи, там в час, в два он ходил и все мычал, потом среди ночи он мычал. И почти 3 дней я ему перестала уже давать. То есть думала, что все еще там нормализуется, что это просто первая реакция. А Фитекс он стал чесаться. И теперь приняли решение, что на выставку мы идем в натуральном виде, как дома, без никаких успокаивающих средств, как это было в первый раз. Пробовали тренон, ну, непонятно. Он мычал, постоянно тоже мычал, не так сильно, как Фитекса. Ну и действие от него тоже не такое было хорошее. В общем, я еще в поиске.